мы случайно не знакомы? Нет. Но зато про вас все знают. Знаменитый писатель поселился в Гусиной бухте. А как вас зовут? Нола. Полиция Саммердейла, слушаю. Тут девушка. За ней по лесу гонится мужчина. Меня зовут Маркус Голдман. В 26 лет я написал первый роман, который разошелся тиражом свыше 1 000 000 экземпляров и сделал меня литературным светилом. Видите ли, сочинение — процесс очень хрупкий. Это как неродившееся еще дитя. Господи, что за бред. Больше года прошло, у меня нет ни строчки. Приезжай в Мэн. Плюй на Нью-Йорк. Смени обстановку. Гарри, как прикажешь это понимать? Алло? Маркус, ее больше нет. А кто умер? Сегодня в Саммердейле, штат Мэн, был взят под стражу знаменитый писатель Гарри Квеберт, на участке которого были обнаружены человеческие останки. В полиции не исключают, что это тело 15-летней Нолы Келлерган, местной жительницы, пропавшей без вести в августе 75-го года. Вместе с телом девушки нашли рукопись его «Происхождение зла». Голова кругом идет. Мы вас вытащим, обязательно. Ей было 15 лет. Я надеюсь, что дьявол в аду приберег местечко для того, кто убил мою девочку. Ты должен прекратить расследование. Почему это? Ты цель. Я должен был положить этому конец, пока мы не зашли слишком далеко. Не надо меня ни в чем обвинять. Почему я все еще здесь? Он ее использовал и заставил ее страдать.